Котятки мои, всем доброе утро. Начинаем новый влог. Время у нас 9:30 утра. И вот у нас была небольшая доставочка с Магнита. Кстати, воспользовалась промокодиком. Заказывали на 800 с чем-то рублей. Минус промокод 250 рублей. Тут, в принципе, заказ был только из-за вот этого кит-ката. Это сын заказал. Они каждый год в университете, у них такая игра называется «Тайны Санта». И они пишут свои пожелания, потом эти бумажки вытягивают, кому что достанется. Вот сыну досталось чье-то желание по поводу кит-ката. Мы его везде искали, и на Валберис, и на Озоне его нет. И вот в Магните нашли. Заказали сразу целых 5 пачек. Вот эти 5 пачек по стоимости были 500... Почти 600 рублей, в общем. Что дорогой кит-кат стал, нигде его нет. Ну и в дополнение уже заказали 1 кг мандаринчиков. Мандарины по 75 рублей. Дальше взяли яблоки. Новый урожай. Яблоки были по 79 рублей. И взяли еще 0,5 кг груш. Не помню, сколько. По цене были груши. Ну, в общем, все вышло с применением промокода на 589 рублей. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Ну, прикольно, да? Сюда как раз еду раскладывать, вот это вот все. Здесь гости сидят. Здесь круто, что он большой и все в тесноте не сидят. Да. Вот стульчики классные. Так, что у нас тут по ценам? Стул и стол. Дешевенько. Да, хорошо смотрится. Вот смотрю американских блогеров, они вот такие вот штуки всякие делают. Как по мне, прикольно смотрится. Ну-ка, цена у него 42 тысячи. О, консоль тоже. Вот эта симпатичная, черная с золотом. Хорошо смотрится. Все, пришли мы в Эльдорадо выбирать компьютер. Мы вот такой, не такой смотрели? Да. И это все, что есть из компьютеров, да? Здравствуйте. Это все, да? Вот эти. Высокой производительности в песенку играть. А 4К будет? 4К кто? Ну вот, допустим, мое видео с 4К будет. Да. Старый-то компьютер не поддерживал. Да.
А еще монитор только для этого нужен хороший. А, ну да, осталось еще монитор купить. 330. Ну все, приехали мы за компьютером. 42 тысячи. Понравился нам за 52. А купили мы компьютер за 60. Такой вот подарочек. На Новый год. И довольный сын. Заехали в торговый центр «Планета». Сейчас нужно будет кое-что прикупить здесь. И смотрите, у нас скоро открытие золотого яблока. Отлично, просто отлично. Потому что у нас в Красноярске не было золотого яблока. Все, теперь они к нам приходят. Пойдем. Девчонки, зашла я понюхать, послушать ароматы. И вот консультант мне подсказала вот такой аромат. Так, Azara Wanted by Night. 4400, это у нас парфюмерка. Обалденно вкусный аромат. Такой томный, такой прям мне понравился. Так хорошо раскрылся он вообще. Еще здесь один аромат мне дали послушать. Так, какой же, я не помню. А, ПП. Вот этот мы послушали. Сейчас покажу вам. Так. Девочки, на Бёрбери цены. Твою мать. Это что такое? Какие-то дикие цены. Так, Клоя. Ну, у них, видите, в большинстве здесь тестеров нет. Тестеры они все достают. Так что вот так подойти, прямо что-то это. А, вот мне понравилась Каролина Эррера, которая Нью-Йорк Good Girl. Вот это очень-очень классный аромат. А, то, что я хотела, VIP-Rose от Каролина Эррера, мне совершенно не понравился. Хорошо, что я все-таки заехала его послушать, не стала покупать вслепую. Вот этот, конечно, обалденный аромат. Девочки, я подухарилась. Все. Можно спокойно жить до вечера. Вот этот аромат протестировала и поняла, что я его точно хочу. Тем более такое оформление оригинальное. Прям он такой сладенький. Вот для меня прям этот аромат. Сейчас он 1949 стоит. Прям совсем понравился он мне. И по описанию я когда читала тоже. Коробка такая прям классная. Женя, я пишу письмо Деду Морозу. Все, я хочу этот аромат. 549 рублей. Какой-то алхимист. Eau de Parfum. Понюхаем. Кстати, прикольно. Такой необычный. Мне кажется, он немного как таблетками отдает. Ну-ка, сын. Неплохой. Ты сын. Сын тоже говорит, что неплохой. Давай еще один тест. Вот тестер. Такой попробуем. Ой, не туда. Чем пахнет? Не знаю. Фу, ужасное что-то. Да, это не очень. Что попало? Нет, девочки, этот не берем. Девчонки, хочу еще вот такой попробовать. Какой-то Charming Voice Secret of Cleopatra. 999 рублей. Брызни. Вот таким розовеньким. Ух ты. А, это масло какое-то. Ага. Это масло. О, не-не-не. Парфюмерное масло. О, не-не. Совсем не. Так, ну ладно, давайте что-нибудь еще одно найдем. Смотрите, Usa Creation. Пожалуйста, турецкая парфюмерия в продаже. Надо брать. Шанелик. Раз, два, я обчелся. Девочки, у меня Шанель Интенс. Кому нужно, пишите. Там миллилитров 40 у меня точно есть, может даже больше. Так что надо брать. Ой, ну я любуюсь просто на эти туфельки. Обалдеть. Так,
Все, вроде нигде больше ничего нет. А, вот, вот еще. Сейчас протестируем блюмарин. Ну, такое себе. Это тоже никак не мое. Я люблю сладенькое, а это не сладенькое. Так, решила еще бандераса потестить. Держи, Жень. Вот такой. Угу. Ну, сильно интенсивный. Прям вообще. Ладненько, все, выходим. Вышли, точнее. Ну все, пойдем в спортмастер. Угу. Девочки, сейчас подошла к стойке с парфюм и нанесла себе кирки, которая в черном флаконе, забыла, как называется. Слушайте, кто-то пишет негативные отзывы на них. Как можно не любить? Здесь прям марафуя и малина. Обалденный аромат, хочу вам сказать. Мне так понравился. Вот специально подошла, думаю, затестировать, почему некоторые пишут такие прям негативные отзывы. Но правильно говорят, что у нас 90% уже с этим ароматом ходят, а я вот с ним знакомлюсь сегодня впервые. Слушайте, ну прям очень вкусно. Нет, не пробовал. В этой серии добавились еще пару новых. Девчонки, смотрите, лапша любви есть. Берем, завариваем, и все, все мужчины наши. Шоколадки, посмотрите, какие. Сибирский клад. Вот орешки есть. Наши кедровые. Масло, иван-чай. Столько вкусняшек. Вот. Еще отдел бомбочками с мылом. Мыло номер один для мужчин. Смотрите, как прикольно. В форме масла для машины. Так, что у нас тут еще интересного? Фруктики разные. Так, саванри или как? Не помню. Вот. Сына, здравствуйте. Женя, а может что-нибудь вот из этого посмотреть, Настя? Вот. Это что такое? Ну, для Насти. Это для ручки. Крем для рук. Бальзамчики. Нет, бальзамчики не хочу. Хочу тинт вот этот. А, тинт. Ну, тинт, да. Нету тинта. Я хочу. А, понятно. Какая красавица елка. Сын у меня карандашами заинтересовался. Профессиональный, говорит, хочу рисовать профессионально. Скетч. Я не знаю, что это такое. Я знаю, что все этим увлекаются. Зарисовки. А, зарисовки? Понятно. Ой, это что у нас такое? Диффузоры. Ага, да, электродиффузоры. Ну и цены. Ну и цены. У нас дома и так вкусно пахнет. Так, ну что, куда мы с ним идем? Ой, ну что, а то меня опять правят обязательно, скажут. Безграмотная, безграмотная блогер. Ты еще и писать решил что-нибудь? Так ты у меня вообще умный и умный сын. Рисует, пишет. Танцуешь? Не танцует. Девочки, он не танцует. Ну ладно, давай выбирай, пошли консервы уже покупать. Вон, посмотрите, какие грустные рыбы. Их никто не покупает. Они чувствуют себя просто ужасно от того, что они никому не нужны. Ох, эти глазки. Давайте там посмотрим. Вот, посмотрите на эти грустные глазки. Обязательно приходите в Оки и купите себе друга. Вон какая красота плавает. Ходим с сыном, ищем консервы, никак найти не можем. Подошли к макаронам. Две пачки взяли.
Сын говорит: мам, я хочу другие макароны. Я говорю: бери третью пачку. Он говорит: все, и будем есть одни макароны. Я говорю: ну так, компьютер за 60 тысяч взяли. Понятно, теперь только на макаронах жить и будем. Он говорит: мама, а когда долго за компьютером играешь, тогда и есть не хочется, забываешь обо всем. Ой, я не знаю, где эти консервы. Я уже не знаю, где их искать. А вот это не они? А, пришли. Нашли. Да, они же тут расширились. А, вот 6 соток. Давай. Бери кукурузу. Кукурузу. 6 соток. Так, и горошек надо еще зеленый. 6 дальше. Соток тоже. А, это кукуруза, все. Вон. Ага. Ну, бери. Да, большую, конечно. Да? Да, бери большую. Впереди праздники. Будем горошек кушать. Так, маринованные огурчики нам надо. Это у нас оливки. Это еще должны быть огурчики. А оливки не будем на Новый год брать? Нет. Ну ладно, как хочешь. Ой, можно. Ой, я так помидоров хочу, я так есть хочу. 139, дядя Ваня. О, надо брать. Так, что у нас тут, перчики? Давай, наверное, баночку томатов возьмем. Одни томаты у нас в собственном соку, мне хочу. Нет, это лечо. Огурчики. А цены-то я вообще не пойму. Это что, прям здесь выращивают и сразу же это пакуют по таким ценам? С ума сошли. Не буду я здесь покупать. Дорого. Так. Это что такое? Что за звуки в магазине? Ой, ладно, Жень, пойдем попить купим и поедем уже в Эль-Сити. Что-то я уже устала сегодня ходить столько часов. Поедем в Эль-Сити. Тебя мои подписчики услышали, как ты сказал. Вырубай нафиг. О, смотри, томаты, дядя Ваня, вот. 159 рублей. Ну, я не буду такие дорогие томаты есть, не хочу. Не буду. Нет, поехали. Все, ребят, мы уже дома, приехали. Это вот как в 12 мы уехали, сейчас время 8 часов вечера. Мы все по магазинам ездили, подарочки покупали. Ну, в большинстве покупали, конечно, там подарочки сыну в университет. Как я и говорила, там уже про тайного Санту. Вот. Ну, самое главное мы купили. Компьютер, конечно, мы вообще сначала на сайте выбрали за 43 тысячи. Потом нам понравился за 53 тысячи. Ну и в конечном итоге рассрочку мы на 53 тысячи оформили. А получилось, что нам посоветовали компьютер за 60 тысяч. В общем, мы добавили еще 7 тысяч и приобрели компьютер за 60 тысяч. В общем, как мы и сказали, будем теперь есть макароны целый год. Так, компьютеру, сейчас я камеру, наверное, давайте переведу и как раз покажу, что мы в Окее купили, там маленькие подарочки, и покажу, что дополнительно мы взяли к компьютеру. Вот такая вот здоровая коробка. Прям вообще он большой. Тот, который мы выбирали за 53 тысячи, у него процессор такой прям сам маленький. Этот же здоровущий пипец. Вот. А решили мы еще дополнительно купить коврик. Стоил он 1000 рублей, но он такой здоровый. Это вообще у него размер, я не знаю, прям на целый стол, наверное. 45 на 40. Спиненная резина, ткань. В общем, классный большой коврик. Стоит он 1000. Подходит консультант и говорит: давайте я вам на него сделаю скидку. Ну, мы такие: ну ладно, давайте. В общем, кое-что-то мы подхимичили, и получился нам этот коврик бесплатно. Вот, спасибо огромное консультанту, мы целую 1000 сэкономили на коврике. Так что вот, ну, сыночка, здесь единственное, у нас не установлен Windows. Ну, сын все установит, у нас еще от старого компьютера, жесткий диск, да, Жень, называется, на жестком диске есть. Но мы пока не будем от старого компьютера диск подключать жесткий. Вот, сами установим, в общем, винду. Ну, посмотрим, что и как. Так, ну что, давайте теперь покажу по покупкам. В Окее купили мы подсолнечное масло. Я захотела пить, взяли добрый кола. Кстати, нормальная газировка. Я хотела просто водичку взять. Сын говорит: мам, ну давай уже колу. Я говорю: давай, гуляем. Дальше будем отмечать. Мы лапшой с говядиной в остром соусе и лапшой с курицей тушеной и луком. Вот, это наша еда на ближайшее время. Дальше мы накупили макарон, целых 4 пачки. Кстати, макароны какие-то, я такие даже не знаю, киевские,
целентани. В общем, взяли пружинка, потом спиральки. Дальше это у нас рожки. Девочки, я научилась правильно говорить слово рожки. Рожки. Так, сейчас еще и свет включу, а то темно как-то. И фунчозу взяли по 70 рублей. Сын себе взял чудо-ручку, по-моему, за 60 или за 70 рублей. Дальше 6 соток. Это горошек и кукуруза. Для супа взяла вот такую паутинку. Шпротики на бутербродики. И говорю, сын, давай что-нибудь сладкое возьмем. Первое, что попалось нам под руку, это чак-чак медовый. Так что вот, сейчас будем компьютер чак-чаком обмывать и лапшой. Дальше заехали мы еще в магазин Эль-Сити. Там кое-что покупали такое, то, что не могу показать. Вот. И увидела я в Эль-Сити по 59 рублей вот такие, я даже не знаю, как светильнички такие. Ну, конечно, света от них кот наплакал. Ну, сейчас покажу, если включу. Вот так вот, смотрите. Он огонечками переливается разными. Я решила взять два. Вот такого снеговичка и дополнительно еще елочку. Думаю, ну за 59 рублей, ладно. Из 10 штук елочка. Еле-еле выбрали, которая работает. Ну и вот, пожалуйста, приехали домой, она уже не работает. Вот так вот. В общем, ни туда, ни сюда. Мы там вместе с консультантом все их передергали, эти светильнички. И вот из всех только более-менее вот этот вот снеговичок работает. Ну а елочка все, сказала до свидания. Дальше на подарок взяли вот такие вот жевательные резинки. Называются они резинки. Долгий вкус, 16 штук. Так, что здесь написано? Родился сам, помоги другому. Ну, это, знаете, как такой прикол студенческий, там все такое. И дополнительно вот еще в подарок там мальчишки одному взяли вот такие вот демикс. Это у нас называется перчатки для фитнеса, черный размер XL. Вот, это тоже мы взяли на подарок. Ну, в общем, вот такие вот пироги, все деньги потратили, все. Ну, ничего страшного, самое главное, мы взяли компьютер. Все, ребятки, на сегодня я уже влог буду заканчивать. Устали, хотим есть, хотим пить. Я вас со всей души поздравляю с наступающим Новым годом. Пусть в каждой вашей семье дом будет полная чаша. Почаще улыбайтесь, загадывайте желания, мечтайте. Старайтесь вообще себе ни в чем не отказывать. Любите себя обязательно. Самое главное, любите себя. Желаю вам мирного неба над головой. Здоровья вам и вашим близким. С наступающим вас, ребята. Всех-всех-всех обняла, расцеловала в обе щеки. И, как всегда, всем добра и позитива. Всех обняла, ваша Лена. Пока-пока.